Добрый день, уважаемые радиослушатели радиостанции ПЛН-ФМ. С вами снова я, Рассадин Николай, и мой музыкальный блог. Мы живем во времена, когда надежды и чаяния чаще не оправдываются, чем оправдываются. Вот по этому поводу я написал эти частушки. На горе стоит коза, вдаль глаза таращит, что-то хочет мне сказать чудо говорящее. Я послушал что да как, что там происходит. Погоди, вот свистнет рак, и случится вроде. Вот тогда заговорит, вот тогда расскажет, что и где огнем горит, и как фишка ляжет. Ей с Кудыкиной горы видно все иначе, как сужаются миры и как кони скачут. Где какие образа, где какие песни? Но молчит, молчит коза, но молчит хоть тресни. Ну хотя бы раз в году дураку поведай, что мне светит на роду и когда победа. Не случился разговор по трубах и вытру. Эх, пойду, напьюсь во двор, выкушав пол-литру. Спасибо за внимание.